конце августа к Земле приблизится гигантский астероид, который входит в список потенциально опасных. Астероид 2019-OU1 диаметром около 160 метров, что почти на 20 метров больше самой известной и крупнейшей египетской пирамиды, известной как Великая пирамида Гизы или пирамида Хеопса. Во-первых, размеры этого астероида, они окончательно неизвестны. Они могут быть от 50 до 150 метров варьируются. Это вот в дальнейших исследованиях, видимо, все-таки выяснится, какие точные размеры астероид имеет. Это, во-первых. Во-вторых, он, слава богу, на нашу Землю не планирует упасть. Это очень большой плюс. А в-третьих, он не такой и огромный. То есть, конечно, будут нанесены огромные разрушения, будет этот астероид за собой принесет к нам на Землю. Разумеется, будет это зависеть от того, куда он упадет. В океан упадет, скорее всего. Или он упадет на сушу, рядом с населенными пунктами. От этого будет зависеть количество разрушений. Но биологическая жизнь на Земле не прекратится, потому что этот астероид, еще раз повторяю, имеет не такие большие размеры. По данным НАСА, астероид так сильно приблизится к Земле, что окажется ближе, чем Венера. Однако, по расчетам ученых, астероид пройдет от нашей планеты примерно на расстоянии миллиона километров. Подобные пролеты около Земли астероидов ученые стараются использовать для их пристального исследования при помощи наземных телескопов. Однако, в целом, это весьма рядовое событие для астрономов. Все эти объекты считаются сделаны из первородного вещества Солнечной системы. И, соответственно, изучение этих астероидов, комет, метеоритов, метеоров позволит нам все-таки понять, как же образовалась наша Солнечная система. Потому что, еще раз повторяю, те теории, которые в настоящее время существуют, не объясняют образование планетных систем около других звезд, то есть экзопланет. Однако, даже если огромный астероид упадет на Землю, он не сможет вызвать катаклизмы планетарного масштаба. Но вот стать причиной локальной катастрофы, к примеру, вызвать сильное цунами, ему по силам. Лилия Талипова, Универньюз.